В этом видео вы узнаете, как зарегистрироваться на криптобирже Binance, как пройти верификацию, купим криптовалюту с помощью банковской карты и пополним личный счет в кабинете SkyWorld Community. Переходим на официальный сайт Binance, ссылка будет в описании под этим видео. Проходим регистрацию, указываем электронную почту и придумываем пароль. Переходим к панели управления. Устанавливаем безопасность. Либо это будет SMS-подтверждение на ваш мобильный или Google аутентификатор, либо и то, и другое. Выбираем SMS-подтверждение, так как у некоторых людей еще остались кнопочные телефоны. Впоследствии, когда мы все установим, Binance будет всегда запрашивать два пароля. Один из SMS-сообщения, второй пароль будет приходить к вам на электронную почту, будь это вход в личный кабинет, либо любая транзакция. Верификация. Проходим верификацию. Вводим свои данные. Выбираем документ. Рекомендуем заграничный паспорт, либо водительские права. Но если этих документов нет, то загружайте паспорт вашей страны. Загружаем фотопаспорт. Далее загружаем портретное фото. Далее вам нужно будет дать разрешение площадке Binance на включение вашей камеры на компьютере и выполнить действия, которые вас попросит система. После этого верификация будет пройдена. Обычно рассмотрение документов занимает не более одних суток. Верификация пройдена. Покупка криптовалюты. Выбираем раздел «Кредитная» или «Дебетовая карта». Выбираете валюту вашей страны и ниже выбираете интересующую вас криптовалюту. Рекомендуем использовать криптовалюту Tether. У нее относительно небольшая комиссия – $5 с любой суммы. И что немаловажно, легко подобрать точную сумму для отправки в личный кабинет SkyWorld Community. Указываем данные банковской карты. Подтверждаем платеж. Платеж прошел, деньги поступили на счет. Заходим в личный кабинет SkyWorld Community. Банкинг, пополнить счет, указываем сумму, оплата криптовалютой, выбираем USDT. USDT ERC-20 – это название сети. Пополняем счет. Вывод. Копируем адрес получателя, вставляем. Выбираем сеть ERC-20. Указываем сумму и добавляем к ней $5. Все проверяем, все совпадает. Отправляем деньги, ждем подтверждения транзакции в сети блокчейн. Пополним счет с помощью Ethereum. Здесь все то же самое. Сеть та же. ERC-20. Единственное, чтобы все прошло верно, нужно прибавить комиссию 0,005 эфириума к сумме отправки. Как вы видите, у нас получилась нужная сумма. Отправляем, ожидаем поступления.